Да, действительно, поддержу, в ней есть идеальный баланс между обороной и атакой. Эмблема футбольного клуба Paris Saint-Germain неоднократно видоизменялась. Однако в подавляющем большинстве случаев основу ее составляла красная Эйфелева башня на синем фоне и в белом обрамлении. У подножья башни изображена колыбель с лилией, знак происхождения команды из города Saint-Germain-en-Laye, где располагается замок, не раз служивший французским монархам резиденцией. В нем жили и воспитывались юные наследники королевского престола. Пересек мяч боковую линию. Задел мяч игрока и будет угловой. Вот так вот. Хитрят. Угловой разыгран. Навес точно в руки вратарю. Вперед игра идет. Мяч у атакующей стороны. Без мяча соперник, хороший отбор. Лионель Месси. Неймар. Не удается его остановить в защите. Сбрасывает мяч. Спасает команду голкипер. С очень хорошей позиции удар наносился.